Всем доброго дня. Приехала сегодня посылка с новой почты. Открыл коробку. Давайте сейчас посмотрим, что здесь лежит. Так, видим крепеж какой-то. Крепеж с зарядкой. То есть это крепеж кредл. У нас тепло, зарядка вместе. И сейчас посмотрим, что здесь за прибор лежит. По идее, какой-то планшет. Планшет Samsung. Похожая модель на топа Active, точнее не топа Active, а планшет Samsung Galaxy Active. Сейчас включу планшет и буду точно понимать, что это за модель. Перезвоню клиенту, уточню, что нужно с ним сделать. Ну и буду приступать к работе. Итак, Samsung Galaxy Active готов. Поставил сюда и GoPrima Skin Jack, карты 2022Q2, самые актуальные карты Европы и Украины. Так что планшет готов, можно складывать и отправлять его новой почтой. Также сегодня уезжает навигатор Coyote 820, те же самые актуальные карты на нем загружены, настроены, и дополнительно стоит программа Navitel по Украине. Оба устройства готовы, сейчас складываю и иду на новую почту отправлять их. И еще один 820 Coyote сегодня уезжает, карту в него загрузил, полностью его настроил, сложил, сейчас поеду на новую почту его отправлять. Стоимость такого прибора, напомню, на сегодняшний день 5300 гривен. Новая посылка приехала на новой почте. Сейчас посмотрим, что здесь внутри. Здесь либо планшет, либо навигатор. Даже не помню, что мы отправляли. Сейчас данные. Так, что мы имеем? Это навигатор на андроиде. 1.16 памяти у него здесь написано. Циклон. Этот навигатор я уже делал. Все, я вспомнил, от какого клиента этот прибор приехал. Этот навигатор я делал года два назад. Здесь нужно обновить карты, просто новые Европы поставить. И обновить базы камер и радаров. Сейчас включится и буду приступать к работе. Зашел в настройки посмотреть, какого выпуска карты. И да, я был прав. Карта здесь двухгодичной давности. Видим релиз карты 2020Q2. После обновления будут карты 2022Q2. Так что все, буду сейчас приступать к обновлению данного прибора. Циклон я уже обновил. Давайте покажу, какого выпуска стоят карты. Напомню, стояли 2020Q2, двухгодичной давности карты. Сейчас смотрим, у нас 2022Q2. Карты новые самые, самые актуальные. Базы камер радаров тоже здесь обновил. Навигатор полностью настроен и готов в работу. Что буду сейчас складывать посылку и отправлять новой почтой.